автопарк. На юго-западе столицы в одном из гаражных массивов прохожие обнаружили газель с медвежонком внутри. Животное выглядело грязным и измученным. Люди тут же вызвали полицию. Маленький Михаил Потапыч. Вызвали наряд ДПС. Сейчас будут разбираться. Которые отписки присылают. Очевидцы утверждают, что медвежонок провел в машине не менее 3 дней. Полиция быстро вычислила владельца автомобиля. Его задержали. На допросе мужчина объяснил, что медвежонок принадлежит цирковому артисту Вячеславу Полунину. Водитель просто заехал домой по пути в цирк, куда вез малыша. Мужчину отпустили, а медвежонка вернули. Нет. Слушай, зайди.